Состояние Асель Кадырбековой немного улучшилось. Она начала дышать самостоятельно, без аппарата искусственного дыхания, сообщил корреспонденту руководитель Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбек Жумабеков. Известная певица пострадала в аварии с участием спецмашины ГБР на пересечении улиц Станистанова и Медерова. ДТП произошло 26 июня. Состояние Кадырбековой остается тяжелым. У нее наблюдалось психомоторное возбуждение, когда руки и ноги совершали неконтролируемые движения. Из-за этого мы держим ее в медикаментозном сне. Артериальное давление, пульс, дыхание стабильное. Пациентка начала дышать самостоятельно, без аппарата искусственного дыхания. Есть небольшое улучшение. Состояние тяжелое, но стабильное, она по-прежнему в коме, рассказал Жумабеков. 29-летняя Асель Кадырбекова является супругой кыргызстанского певца Нурлана Насипова. Они воспитывают дочь. Вчера сообщалось, что у певицы поврежден головной мозг, сломаны ключица и шейные позвонки. Второй пострадавший в ДТП тоже госпитализирован. У него сотрясение головного мозга, состояние стабильное.